RenderForce.com. Добрый вечер, друзья! По славной испанской традиции, именно финал Королевского Кубка венчает сезон. Очень часто Испания вообще завершает все, что происходит в Европе с футболом. Но сейчас и немцы решили попозже свой кубок провести. Впереди финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы. И мы сегодня с вами отправляемся на стадион Бенито Вильямарин в Севилью. Неожиданное место для встречи Валенсии и Барселоны. Но состав пары финале. Неожиданно оказался в глубине и вышел один на один, пустые ворота. И нет, не забивает Родриго, они заползли мяч за ленточку. Но если часы не сработали у Мальенко, то значит и не заполз. Пике спас команду свою сейчас от верного гола. Жерар Пике, один из героев сезона, по мнению... Но Месси зарывается там в кучу так, защитников. И свисток Ундиана Маленко. Чуть-чуть не первый раз вообще он раздается. Вот за 16 минут, которые мы посмотрели. Сыграть без нарушений. И мяч у Лионеля Месси. Месси сам будет бить. Промахивается. Тянет к своим воротам. И тем не менее атака получается. Гамиро. Удар. Гол. Вот Парехо был прав, что увел атаку назад. Она получила дополнительное пространство. Они словно растянули по вертикали оборону Барсы. А ты говорил, правильно он не касался. Он такого Валерия Гергиева сыграл в этом эпизоде. Дирижировал атакой, как все красиво. По-барселонски, я бы даже сказал, это все получилось. А я бы сказал, что именно по Валенсии. Я даже имею в виду не все футбольное сообщество, а просто судьи. Два разных судьи могут отнестись к одному и тому же эпизоду, который посмотрели 40 раз, по-разному. Да. Один скажет, что это пенальти, а другой скажет, нет, это не пенальти. Ну, главное, что у них больше информации. Это, больше. Это правда. Ее больше. Артура сбит. Открывается Солер. Солер в штрафной простреливает. 2-0. И это Родриго Морено забивает. Резкая атака Валенсии завершается голом. Блестяще сыграл Карлос Солер. Он на длинной достаточно дистанции сумел переиграть Альбу. Это раз. И второе. Мощнейший и очень точный прострел прямо в голову. Родриго не забить не мог. Он просто подставил голову. Он как бы влетел в этот мяч. Встречу от Габриэла Паулиста. Все-таки пробил Месси, но очень слабо. Как перед этим великолепно бразилец сыграл, как он поставил ногу. Есть какие-то варианты, но прямой удар и нога поехала. Поехала нога, да, как у Бекхэма. Или у кого? У Лэмпорда еще. Бекхэма на чемпионате мира, у Лэмпорда в финале Лиги Чемпионов, да? У Терри. А, у Терри. Вспоминали Терри, еще. Паутини сам бьет по воротам. Собирает Домена. И сам успел открыться. В центре Кевин Гамиро. Подкатил, успевает Клеман Ланге. Помешать соотечественнику принять этот мяч. Продолжается атака. Подача Карлоса. И Барселона снова разгоняет атаку. Пике. Нарушение правил. А Гедуш уже готов был бежать, конечно. Ну да, вот здесь Диана Мальенко нарушил. По ахиллу и по голеностопу устоял. Но здесь продолжаются жесточайшие столкновения. Мучается игрок Барселоны. Малком, подача, удар, поворотом, штанга, Месси, 2-1, 2-1, ну не о чем говорить здесь и не о чем спорить, мяч попадает в штангу, от нее отскакивает, там был игрок, как всегда, на ленточке в момент подачи углового, так что вряд ли был офсайд, и это переход в другое состояние матча. Это Месси добил мяч в сетку, добил, то есть он сыграл и как такой чистый. It's caught in the crossfire.
crossfire.